Несмотря на то, что гигиеническая процедура педикюра – явление всесезонное, именно в летнее время услуги профессиональных специалистов пользуются особым спросом. Кто-то считает, что с обработкой стоп и ногтей можно справиться самостоятельно. Но в качественном профессиональном исполнении эта услуга обеспечивает не только ухоженный вид ногам, но и позволяет предотвратить некоторые серьезные проблемы. Все-таки рекомендуется прийти к специалисту, который классическим, либо уже новым способом аппаратным сделает ваши ножки не только красивыми, но и гладкими, а также здоровыми. Аппаратный педикюр – это намного быстрее, это лучше во многих, скажем так, позициях, потому что при помощи аппаратной техники можно хорошо зашлифовать стопу, из-за чего у вас будет очень гладкая кожа. Проблема вросшего ногтя, с которой приходится иметь дело специалистам-подологам, обычно возникает из-за чрезмерно узкой обуви, а также неправильного ухода. Неправильное подстригание ногтевой пластины еще приводит к вырастанию. Если человек сам подстригает, некоторые любят нос подстричь так вот побольше, да, вырезать, это тоже неправильно. Некоторые мастера так могут сделать. То есть это надо подстричь правильно, подпилить. Если вросший ноготь приносит дискомфорт и даже боль, может потребоваться специальная методика коррекции – титановая нить. Титановая нить – это такая маленькая проволочка, которая помогает высвободить ноготь из ложа, чтобы он рос правильно и нужной нам формы. Она ставится быстро, легко, в принципе, безболезненно. Никакого дискомфорта после этого в дальнейшем нету. Не стоит забывать о ежедневном домашнем уходе. Ноги требуют не меньше внимания, чем руки и даже лицо. Обязательно любая девушка должна иметь хороший крем. Крем должен быть, скажем так, насыщенный маслами, которые будут питать вашу кожу, кокосовые, макадамии и прочее. Они должны быть жирными и не должны иметь сильных синтетических отдушек. Вы должны хорошо подготовить кожу, очистить, а после этого уже наносить уход. Также большинство девушек уже привыкло к нанесению масла для кутикулы на руки, но также это нужно делать и с ногами, конечно же, потому что там тоже кутикула, она может налипать, может грубить, что в целом плохо влияет на вид ваших ножек. Делать профессиональный педикюр рекомендуется примерно раз в месяц. Именно столько держится на ногтевых пластинах современное покрытие гель-лак. Что же касается дизайна, как и в случае с маникюром, современные мастера предлагают различные материалы и техники.